Всем привет, друзья! И сегодня мы идем к мэру. У меня просто незеритовая броня сломалась. И вот у мэра я знаю то, что под домом дофига этой незеритовой брони. Он же закупил ее. Ну что ж, друзья, пошлите к мэру. Так. О, мэр, как раз. Можно мне взять незеритовую броню, а? Да, бери, только возьми эту броню и не лазь никуда, понятно? А, ну ладно, я, конечно, не хотел, я лишь только броню хочу. Незеритовую. Так. Так, друзья. Вот, друзья, даже здесь все украсили. Так, сейчас закрою. Так, где здесь незеритовая броня? Здесь у нас точно изумруды. Здесь у нас алмазы. Здесь у нас ситы. Так, здесь мечи. А, незеритовая броня. Вот она. Фух, наконец-то. Так, а здесь что? Яблоки, точно. Ой. О, не кажется ли там мэр что-то по телефону болтает? Ну-ка, давайте послушаем. Да, короче, приезжайте. Я доставил вещи. Они, короче, у меня там по в секретном месте. Все, подъезжайте. Вы слыхали, друзья? Стоп, что это за секретное место? И что он там вообще привез? Ну-ка. Ну-ка. Ой, тут... Ой, черт, меня мэр спалил. Ладно, надеюсь, ничего не будет. Мэр, а... Так, сейчас. Подожди, мэр, а где броня-то? В каком сундуке? А, да там. А, ну, ладно, сейчас найду. Ой, так, где тут эта броня? Так, все, друзья, он, надеюсь, нас не услышит. Так, он сказал, в секретном месте, интересно, где? А, возможно, здесь? Черт. Так, давай, друзья, раскопаем здесь все так. Сейчас найдем, надеюсь. Потому что я знаю, что вот иногда могут здесь попрятать. Так, ладно. О, я бы, друзья, спрятал бы вот в этом месте. Сейчас точно там должен быть сундук. Чего? Нет здесь сундука, черт. Ладно, может здесь? Так, надеюсь, он будет здесь. О, чего, друзья? Есть, я так и знал, что сундук будет. Ну, конечно, не надеялся, но я знал. Так, давайте откроем. Чего? Офигеть, друзья. Это что? Люминатый какой-то. Ладно, так, друзья, сейчас давайте все отсюда возьмем. Офигеть, друзья. Так, сейчас давайте обратно доски сюда положим. Теперь, друзья, мне тут неохота броню брать. Ладно, так, друзья, пошлите. Так, как отсюда выбраться? Ага, все, мэр, я, короче, взял броню. Так. Ой. Ладно, все, давай, пока, мэр. Так, сейчас, друзья, выйдем отсюда. Фух. Наконец-то. Мы вышли из этого мэрского дома. Офигеть, друзья. Я не думал то, что у мэра вот такие вещи есть. Офигеть. Так, друзья, ладно, давайте посмотрим. Это что? Это ингот. Что-то там. Люминаты какой-то, эта фигня. Ладно. Так, это что? Вау, а так, проворство, ну-ка, что он делает? Офигеть, смотрите, как быстро землю-то копаю. С большой скоростью, это офигеть. Ну-ка, там еще атака 6 была. Так, курица с одного удара, интересно, смогу убить. Ну-ка. С одного! Вот это я понимаю, друзья. Так. Это меч, это да, это круто. Так, ладно. Вот сюда пока что все уберем, что мы посмотрели. Так. А это, друзья, что за фигня? Дрель какая-то, может здесь... Давайте в шахту спустимся. Так, черт, здесь ничего не видно. О, что? Офигеть, друзья, это что, посох ночного видения? Офигеть, друзья, смотрите, если я уберу. Ничего, друзья, не вижу, а теперь... Здесь железо. Ну-ка, давайте соберем. Ну-ка, как это работает? Чего? Офигеть, друзья, просмотрите, друзья, я вот так иду,
Я все просто ломаю, вот эта дрель, вот смотрите, друзья. Вот просто иду, и она сама меня, ну, не сама, конечно, она вон, смотрите, автоматически все дрелит здесь. Ну-ка, друзья, а можно, интересно, железо? Так, черт, можно, давай. Нет, друзья, нельзя. Ну-ка, а я, если вот это сможет? Черт, друзья, никак. Ладно. Ой, так, у ничего, ничего, чуха. Так, а. Сейчас, это что за молот? Смотрите, друзья, если я убираю из руки все. Сейчас. Во, ничего не видно. Если я вот это что-то трогаю, там вот посох или вот незереевую фигню, там всякого такое, то у меня эффекты не исчезают. Так, ладно, давайте отсюда выберемся. Очень крутые, друзья, вещи. Вот прям шикарные. Так, все, давайте отсюда выберемся быстрее. Чего? А как его? А, точно, у меня же, друзья, булыжник есть. Так, давайте выйдем. Так, друзья, давайте по-быстрому. Так, сейчас. Быстренько отсюда свалим. Так. Ага, так, мне нужен медь, чтобы отсюда быстро свалить. Так. Так, и вот так все, друзья. Так, здесь он, я вижу молот. О, точнее, вот. Тут и молот. Стоп. Чего, друзья? Смотрите, молот даже бурит землю. Офигеть. Я правда, друзья, об этом не знал. Офигеть. Вот это весело. Ладно. Это бензопила. Я, наверное, знаю, что надо делать. Сейчас, друзья, здесь вот так сделаем, сделаем. Так, сейчас она будет легко. Офигеть, смотрите, друзья. Тут можно просто бензопилу. Так, смотрите, друзья, сейчас покажу. Вот так я просто, друзья, встаю, и она как-то сама пилит. Ну-ка, сейчас, друзья, покажу. Ай, как холодная эта речка-то стала. Ай, смотрите, друзья. Во, видите, я только что сам сейчас, это с ней пила. Пилит. Вон, видите, друзья, она автоматически пилит. Офигеть, друзья, это просто можно самому так легко добывать. Любое дерево, это просто офигеть, ладно. Так, сейчас. Так, как холодно, главное не заболеть. Так, фух. Фух, ладно, и последний весь. Картошка, супер картошка, ну-ка. О, офигеть, друзья, смотрите, сколько она эффектов-то дала. Офигеть, друзья. Меня просто туда-сюда катает. Ой-ой-ой-ой, черт. Да что за фигня-то? Надо до двери дойти. О, кнопка какая большая. Ой. Ах, черт, голова еще кружится. Да когда это уже закончится? Всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на меня, ну и, конечно же, ставить свои лайки. Фух, эти эффекты наконец-то уже прошли. Ладно. Всем удачи и всем пока.